Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас вторник, а это значит, что произошла очередная ротация в порталах дерзаний в Diablo 3. И на этот раз у нас 92-я ротация, где мы с вами будем играть за охотника на демонов. Нам с вами предстоит закрыть 50-й портал за 5 минут и 18 секунд. При этом охотник на демонов 517-го парагона. Играть мы будем с использованием сета Мантии Теней, при этом наносить урон с помощью двух умений. В принципе, это два умения, которые вообще нам надо. Это у нас Веер Клинков, ну а также, естественно, Бросок Кинжала. Портал, в принципе, дорогие друзья, предельно простой. Я даже из билда выкинул одно умение, которое там, по сути, по умолчанию было. Это умение Шакрам. Оно, как-никак, в билде немножко поддамаживает, но я его выкинул, потому что, по сути, можно закрыть и без него, так как портал попросту легкий. К тому же облегчать этот портал будут еще пилоны, которые тут как-никак находятся. На первом ярусе, на середине первого яруса, нас будет ждать пилон силы. Под занавес первого яруса мы еще найдем пилон защиты. Затем на третьем ярусе, тоже на середине, мы повстречаем пилон скорости. Ну и больше пилонов я здесь не обнаружил. Ну а как мы действовать будем в этом портале? То есть у нас есть умение бросок кинжала, также у нас имеется умение генератора. То есть мы, по сути, будем двигаться по карте. Как только видим противников, начинаем их атаковать сначала нашим болсом, то есть генератором, но потом одиночные цели атакуем умением бросок кинжала. К примеру, если это какой-то желтый пак, то в желтый пак мы, конечно же, главного желтого моба кидаем кинжал. У этого охотника на демонов урона предостаточно, и в принципе желтого моба он ваншотнет. А у тех остальных мобов, которые находятся рядом, желательно, конечно же, их подагрить как можно ближе к себе, мы уже поражаем веером клинков. Потому что веер клинков имеет довольно-таки неплохую зону поражения. Так что одиночные цели мы поражаем кинжалом. Разобщенные цели, которые находятся прямо вокруг вас, желательно, конечно, чтобы их было как можно больше, мы поражаем веер клинков, которые как-никак имеют еще небольшое время отката. Так что пока веер клинков откатывается, вы попросту дамажите одиночные цели. Но как веер клинков откатился, вы как можно больше противников подогрели к себе, ну и жахнули. Зал прошел, стадо упало, прогресс увеличился, и вы бежите дальше. Но одиночные цели, допустим, жирный белый трэш или, допустим, элитные паки, что желтый, что синий, вы попросту их поражаете броском кинжала, параллельно работая генератором. Потому что у нас еще имеется сет оплот воли, а он как-никак будет бафить ваш урон еще на 125%. То есть, когда вы будете поочередно работать, что умением, которое накапливает ресурс, что умением, которое этот ресурс тратит. Так что, дорогие друзья, портальчик предельно простой. Не ленитесь, дерзайте, закрывайте, ну и получайте награду в виде коробки с реагентами. Ну, а на этом у меня все. Я вас благодарю за внимание и за просмотр и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!